Одинцовские единороссы вместе с сотрудниками профильных служб проинспектировали микрорайон «Новая Трехгорка». Они осмотрели подвал дома номер 15 на Кутузовской улице. Сейчас в многоэтажке проводится опрессовка и промывка систем отопления, а также диагностика всего оборудования в преддверии нового отопительного сезона. Состояние подвала вопросов не вызвало. В помещении было сухо и все приборы работали исправно.